Красноярская магистраль наращивает объемы грузоперевозок, при этом внедряя в работу современные технологии. Всеми нововведениями компания делится с партнерами на подобных встречах, как день РЖД в Центрально-Сибирской торговой промышленной палате. Он прошел в Красноярске. Многие клиенты железной дороги прежде всего оценили преимущества контейнерных перевозок. Никаких перегрузок нету, никак не нужно переставлять на другие платформы. Контейнер переходит через границу, уже затаможированный в месте отгрузки. Это сроки, это деньги, это очень удобно для и потребителя конечного. Чтобы максимально упростить грузоперевозки, компания полностью перешла на электронный документооборот. И это новшество активно поддержали партнеры Красноярской железной дороги. Уже более 80 наших клиентов, процентов, уже перешли на данный вид обмена документов. Электронная подпись, минимальное время для передачи документа, экономия, опять же, времени, ресурсов. То есть вот в этом направлении мы работаем. Еще один новый цифровой сервис, которым уже пользуются 4000 партнеров компании – оформление перевозки груза через удобную электронную площадку. Сервис работает в несколько кликов. Клиент заходит в личный кабинет и выбирает тип перевозки, например, от станции к станции. Дальше заполняет информацию о грузе, вес и тип вагона. На все про все не больше 10 минут. У онлайн-площадки ряд очевидных преимуществ, как для представителей крупного, так и малого бизнеса. Система упрощает взаимодействие со всеми участниками процесса перевозки и позволяет отследить весь маршрут груза. Если вы заказываете какую-то услугу, и вы знаете, что должен быть параметр выполнения, и он выполняется, конечно же, это плюс. То есть прозрачность, понятность и прогнозируемость этого. В комплексе все эти нововведения помогают исключить холостые прогоны составов и снизить сроки поставки. Сегодня Красноярская железная дорога соединяет 4 региона страны, а модернизация ее путей и станций позволяет еще больше наращивать объемы перевозок. Анастасия Тили, Павел Потылицын, Енисей, новости.